И в Инстаграме, и в Фейсбуке. Я решил проводить вместе и в Инстаграме, и в Фейсбуке, чтобы было больше пользы, больше пользы, больше охватов. И те, кто меня слушает первый раз, я хочу сказать, что меня зовут Ицхак Пентусевич. Я эксперт в системном развитии личности и бизнеса. Эксперт в системном развитии личности и бизнеса. Я развиваюсь и системно помогаю развиваться другим людям. Тот, кто хочет развиваться, я им всем помогаю. Своими знаниями, своим опытом и, значит, своими программами, мастер-классами. И я помогаю тем людям, которые хотят стать экспертами, тем, которые хотят стать коучами, тем, которые хотят стать бизнес-тренерами. И, в общем, я всем помогаю в сфере образования. Хорошо, и сейчас идет у нас и в Инстаграме, и в Фейсбуке, да, отлично, отлично, в Фейсбуке у нас снова Евгений Королев, причем интересно, Сергей Павлов в Фейсбуке у нас, и доктор Диана Цай написала замечательную статью. Вот доктор Диана Цай, она в Академии экспертов, и она написала сейчас статью, которая буквально за пару дней, она набрала сразу там огромное количество просмотров, перепостов, очень полезная статья. Я советую всем, вот это был мой путь, изучать что-то, изучать какую-то сферу. Вот каждый, там, Максим Перенчук, например, да, или Больфа Валентин, да. Каждый человек, он должен стать, Гриша вот у нас тоже из Краснодара делает цветы. Каждый человек должен стать мастером в какой-то нише, в какой-то сфере. У каждого из нас есть какой-то талант к чему-то, только этот талант, это как алмаз. И этот алмаз, надо его... Его надо огранить, сделать из него бриллиант. И вот когда человек ежедневно в своей профессиональной сфере совершенствуется, то есть он работает, вот, например, Василий Амельчук, да, он в какой-то сфере, я не знаю, в какой он сейчас сфере, когда-то Василий Амельчук, он был в сфере личной эффективности, энергии, здоровья. В Apple работал до этого, да, я очень рассчитывал, что его опыт в Apple, он ему поможет в... То есть для всех Apple это символ, это бренд, который вызывает огромное доверие. И дальше каждый человек, у кого есть свой талант, он должен его гранить каждый день. То есть совершенствоваться в своем ремесле, в своей работе, в своем навыке. И дальше, когда вы совершенствуетесь, это идет как рывками. И обязательно есть то, что называется hard skills, да, это профессиональные скиллы, то есть это профессиональные навыки. У каждого из нас есть профессиональные навыки, есть личностные навыки. И вот на стыке вот этих вот профессиональных и личностных навыков и возникает то, что называется гений. Гений – это реализованный талант. То есть просто талант – это талант. Вот, например, Давид Ил или там Игорь Петельников, или партнер Planet Светлана, 31-337. У каждого есть свой талант. У каждого, я в этом уверен, безусловно. Теперь, но реализованными гениями становятся только те, которые сумели на свой талант надеть его тяжелейшую работу. Это говорят все, что реализованный талант – это 1% таланта и 99% труда и настойчивости. И вот нужно, но многие забывают при этом, да, вот, что развиваться надо, то есть большинство забывает, что нужно развиваться и учиться надо после института, после школы. То есть большинство людей, выйдя уже во взрослую жизнь, скажем так, да, они почему-то перестают учиться, потому что система образования, она их, как сказать, привила к ним жесткую нелюбовь к развитию. То есть они развиваются только из-под палки. Я сегодня разговаривал с одним, советовал один из моих друзей, и как воспитывать детей. И я ему говорю, смотри, вот в чем вред обычной школы. Вот, например, возьмем меня. У меня не было в школе... У меня есть талант, я гуманитарий. Я умею хорошо читать, писать, учиться. Но у меня не было таланта к математике. Теперь в школе они сказали, там, учителя, значит, у тебя математика не получается, да ты тупой. Ну, образно, не мне сказали. То есть школа – это усредненная некая система. Теперь, если у человека есть к чему-то талант, а к другому нет, то в школе ему убьют уверенность в себе и скажут ему, ты тупой, у тебя тройка по математике, тройка там по русскому, значит, все, у тебя с головой не в порядке. А у него был талант к химии,
Но его уже на нем клеймо поставили, у него с головой не в порядке, да, и все. Теперь, значит, еще раз давайте вернемся. Это как раз шоу Ицхака, это моя как передача, я хочу сделать, да, такой проект, в котором я вначале 10 минут рассказываю о своих каких-то инсайтах и открытиях. Шоу у Ицхака, то есть что у меня, я рассказываю. Потом я отвечаю на вопросы. В Инстаграме мне задают вопросы, я на них отвечаю. А потом я кого-то одного вызываю в эфир, и я для него как коуч, такая мини-коуч-сессия, он рассказывает свою цель, о себе и свою цель, а я ему даю обратную связь высокого качества и даю ему больше даже консультацию, как можно достигнуть его цель. Я когда рассказываю ему раскладку, как стратегию, как бы я сделал, то, возможно, это поможет ему, а, возможно, кому-то, кто слушает. Вот такой у нас план на шоу Ицхака. Каждый день в 18:00 с понедельника по четверг. Понедельник, вторник, среда, четверг. Значит, 4 дня. Пятница, суббота, воскресенье. Нет. Значит, 4 дня в неделю шоу Ицхака. Понятно. Теперь смотрите. Давайте еще раз. Для того, чтобы в жизни реализоваться, нужно найти свой талант. Это раз. Второе. В нем совершенствоваться в своем профессиональном таланте – это два. Третье. Нужно совершенствоваться в том, что называется soft skills. Soft skills – это, дословно переводится, мягкие навыки. Что является мягкими навыками? Мягкие навыки – это целеустремленность, настойчивость, умение обучаться, умение выступать публично, искусство презентации, искусство продаж, навык ведения переговоров. Это все упаковка. То есть, если у тебя есть только упаковка, но нет внутри вот этого твоего профессиональной самореализации, тоже не страшно. Ты можешь найти какого-то мастера, у которого hard skills есть, но у него нету soft skills. У него нету вот этих навыков продажи, переговоров и так далее, и ты можешь его продавать. Но в этом случае, если ты продавец, да, и ты продавец не уникальный, есть люди уникальные продавцы. И такие продавцы, которые вот просто, это и есть их талант. От таких продавцов не уходят. Но если вы средний продавец, то тот, чей талант вы продаете, в какой-то момент он говорит, секундочку, значит, а я хочу больше, и он может поменять продавца. Вот план развития общий такой. Это то, что я сегодня понял. Вера Лерман, шалом, Георгий Нивня, шалом, всем шалом. Все, теперь отвечаю на вопросы. Спрашивают меня, из Израиля ли я? Да, я живу в Иерусалиме. Я сейчас нахожусь в святом городе Иерусалим. И, значит, я еще раз повторю, я эксперт в системном развитии личности и бизнеса. Я развиваюсь, тренируюсь. И каждый день в 6 часов по Иерусалиму, по Москве, по Киеву есть моя передача в Инстаграме и в Фейсбуке. Шоу Ицхака, прямой эфир. Хорошо. Значит, вопросы. Вот я беру вопросы. В Инстаграме можно задать вопросы. Есть специальная форма в Инстаграме, и я отвечаю на вопросы. Значит, вопрос такой. Так, смотрим. Как попасть в Академию экспертов? Ну, это простой ответ на этот вопрос. Нужно перейти в профиле в Инстаграме, и там есть ссылочки на все мои программы. Это очень просто. Или набрать Академию экспертов Ицхака Пентусевича в Гугле, и есть лендинг, зайти, изучить и присоединиться. Дальше. Вопрос, как преодолевать страхи и фобии, знакомство с людьми, публичное выступление. Ваша миссия меняется с годами или она в целом одинаковая? Сначала добиться в бизнесе, успеха в бизнесе, потом учить подростков найти себя или сразу начинать? Так. Возьмем вот этот вопрос. Сначала добиться успеха в бизнесе и потом учить подростков. Вот очень хороший вопрос. Смотрите, давайте я сейчас сюда поставлю сюда. Задает вопрос опять Федор. Федор задает прекрасный вопрос. Он из Питера. Он, знаете, вот есть люди, умеют задать классные вопросы. Вот Федор один из них. Вчера задавал вопросы, сегодня отличный вопрос. Значит, он задает вопрос так. Сначала добиться успеха в бизнесе, а потом учить подростков, или же сразу начинать. Значит, я знаю такой принцип. Такой принцип я его знаю с двух сторон. Первое, я знаю принцип из Торы, в котором говорится так, что тот, кто учит что-то, изучает для того, чтобы обучать других, тому с неба помогут и учиться, и обучать.
Что это значит? Значит, когда ты просто поставил себе цель, в этом мире, Сифатуник, шалом, привет, значит, в этом мире каждый из нас является потребителем и производителем. И вот на вот этом вот балансе, то есть ты потребляешь, ты берешь для себя что-то, и ты что-то отдаешь другим людям. Теперь на этом балансе очень важно найти такое удобное место. Давайте рассмотрим ситуацию. Возьмем человека, который хочет... Да, Миша, привет тоже, Михаил Пенсевич тоже. В Фейсбуке у меня очень мои все старые друзья в Фейсбуке, а новые в Инстаграме. Поэтому в Инстаграме сейчас 300 человек, а в Фейсбуке 90, потому что есть такая народная мудрость. Старый друг лучше новых двух. То есть друзья старые в Фейсбуке, они как на каждого старого друга приходится 3 новых в Инстаграме. Смотрите, значит... Возьмем человека, который хочет только брать. Вот он, его жизненная позиция – брать. Значит, он говорит, ну что, люди, давайте мне. Люди ему говорят, с какой радости, ну с какой радости. Родители ему говорят, ладно, сыночек, на тебе, ты наш сын, возьми. Но если он и родителям не хочет ничего отдавать, ни уважения, ни благодарности, ни помощи, то в какой-то момент даже родители могут перестать ему давать. То есть человек, который хочет только брать, у него проблема, у него сложность. Например, преступники. Они с одной стороны берут, с другой стороны они дают. Кому они дают? Возьмем Пабло Эскобар. Был такой преступник Пабло Эскобар. Он построил целый город для бедных. Но в итоге все равно его убили, потому что то зло, которое он приносил, было намного больше того добра, которое он делал, несравненно. И поэтому американское правительство, оно за ним гонялось. Но он, в принципе, вот посмотрите на бизнес с этой точки зрения. То есть он был же миллиардер, откуда у него были миллиарды долларов? За что люди готовы были отдать миллиарды? За удовольствие. То есть они хотели получить удовольствие в виде наркотиков, и они за это удовольствие платили деньгами. Но вся схема, она была незаконная, потому что в этой схеме он деньги брал, а с обратной стороны схемы это не было вин-вин. Это было наоборот, люди умирали, росла преступность в Америке там, и так далее. В общем, позиция, когда ты хочешь только брать, она не работает. Теперь позиция, когда человек хочет только давать. Да? Он говорит, все, я только даю. Эта позиция, она его, такого человека, она ослабляет. Почему она его ослабляет? Потому что если он только дает, но не берет, откуда же у него возьмется, что давать? У него тогда закончится быстро. Самая грамотная позиция – это максимально давать, при этом брать. И эта позиция называется win-win. Выиграл-выиграл. Выиграл-выиграл. Это Стивен Кови считает один из самых 7 навыков высокоэффективных людей. Вот, например, я вам открою секрет. Почему я хочу проводить вот этот шоу Ицхака и провожу его, да, каждый день? Это нелегко. Но вот сейчас есть... В Инстаграме 330 человек и 100 человек в Фейсбуке. 430 человек. Я хочу дать пользу 430 человек. Дальше. Количество людей увеличивается. Потом это можно посмотреть в записи. Потом из этого выходят статьи. Я, получается, я в мир принес вот такой вот кусок пользы. После этого задал мне вопрос Орлов. Вот первый был вопрос. Как купить у вас Академию экспертов? Я ему говорю, отлично, то есть если вам нравится мой метод, Академию экспертов можно купить вот там. Это всего лишь $950 в год, это немного. Для человека, который хочет делиться, хочет научиться, как масштабировать свою пользу. А что такое быть экспертом? Это значит, что ты что-то знаешь, и ты масштабируешь свою пользу с помощью электронных средств связи. Потому что бизнес, самое главное в бизнесе, чтобы много зарабатывать, это масштабировать ту пользу, которую ты приносишь. И если ты эксперт, и твоя польза в том, что ты можешь научить одного человека чему-то полезному, за что он готов заплатить, то через онлайн, через интернет масштабирование, оно бесконечно. Теперь ответ на вопрос. Сейчас мы подошли к ответу на вопрос у Федора. Федор спрашивает, вначале добиться успеха в бизнесе, а потом помогать? Нет, Федор. Сразу и одновременно ты берешь... И когда ты начинаешь заниматься бизнесом, ты находишь кого-то, кому ты можешь сразу помогать, кого ты можешь сразу обучать. Подростки, детдома, возьми себе кого-то из учеников, как раньше было, ученики, подмастерья там, и так далее. То есть начни сразу же помогать кому-то. Есть такой, зовут его этого человека,
кармический менеджмент он преподает, Джим Рон, зовут его Джим Рон. Джим Рон, он прямо это формулирует как главный кармический принцип. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя в какой-то сфере пошел успех, ты должен в этой сфере начать развиваться для того, чтобы получить новые знания и для того, чтобы получить новые навыки, новую информацию, новую помощь. То есть, ты должен откуда-то брать, но ты сразу же должен найти человека, который находится в этой же сфере ниже тебя, и ты сразу же должен ему помогать. И тогда включается, как он это называет, кармический принцип. И, в общем, ну, схема одна и та же. Поэтому, Федор, ответ на твой вопрос. Двигайся, развивайся в бизнесе и сразу же делись знаниями, помогай. Знаниями делиться проще всего, но они приносят пользу. То есть я знаю, что люди на моих программах, да, те, кто у меня обучались, как быть экспертами, они заработали огромные деньги, миллионы долларов. Но каждый доллар, который в образовании заработан, он превращается у людей в 25 долларов. Я видел статистику, что инвестиция в образование – это самая, самая быстро окупаемая инвестиция, потому что каждый доллар, вложенный в образование, приносит 25 долларов во времени прибыли. 25 долларов, представляете? Поэтому, значит, все. Если мне за образование заплатили люди миллион, а сами они собрали 10, то принесли они пользы на 250 миллионов. То, что вам не доплатили, на небе идет как депозит. То есть вся та польза и то добро, которое вы делаете людям, оно складывается как депозит на небе, и в нужный момент оно обналичивается через удачу, успех, здоровье и так далее. Поэтому не бойтесь делать добро, оно всегда сохраняется. Это самая твердая валюта, которая только есть, это делать добро. Хорошо, теперь дальше. Второй вопрос. Второй вопрос такой у нас, да? Как теория обучения сделать практикой жизнью? Можно, читая книгу, делиться и обучать других? Нужно, это был ответ на этот вопрос. Как распознать свой талант? Так. Ну, нажался. Я, честно сказать, этот вопрос не выбирал, но раз кнопочка нажалась, значит, я отвечу на этот вопрос. Вопрос задает Юр Костевчак. Юра Костевчак задает вопрос. Вопрос такой. Какой я даю совет по работе в режиме мультикатегорийности и мультизадачности? Значит, ученые посчитали, что когда человек переключается между задачами, то он теряет порядка 20-30% времени на то, чтобы войти каждый раз в новую задачу. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь, вы потом для того, чтобы опять собраться и войти в задачу, теряете 20-30% своего времени. Поэтому, если есть возможность работать не в мультизадачности, а именно фокусироваться, то выберите эту возможность, потому что в этом случае результаты будут намного, намного выше. Доказательство можно взять, например, из физики. Если мы возьмем физику и мы возьмем луч света, и этот луч света мы сфокусируем в один луч через увеличительное стекло, он сможет прожигать материал. Если вода капает на камень, она делает дырку в камне. Поэтому сфокусированная работа, она намного мощнее и сильнее, чем мультизадачность и мультикатегорийность. Поэтому я вам советую наоборот, что делать. У меня есть система, называется «Полный контроль». Да? Это книга, я когда-то ее написал, сейчас ее переписал, и она в этом году выйдет. Значит, в этой книге я советую очень важно выделять задачи приоритетные и этим приоритетным задачам посвящать лучшее время дня, начало дня. Приоритетные задачи, вы не отвлекаетесь, никаких новостей, никакого мусора. То есть весь ваш мозг, вся ваша сила, она хотя бы на один час в день должна быть сфокусирована на решение приоритетных ваших задач. Минимум один час. Если вам все-таки нужно переключаться, то тогда все-таки вот бывает, вот надо переключаться. Значит, я вам советую пользоваться, я пользуюсь, например, программой, называется Todoist. Todoist, есть ее аналоги у нее есть, был Wunderlist, потом стал Wunderlist, купил их Microsoft, они стали Todo. То есть есть специальные программы, в которых вы ведете проекты, и в проектах ведете все дела, относящиеся к проектам. Вам тогда не надо держать в голове, потому что если вы держите все в голове,
то тогда это похоже на компьютер, у которого открыто два браузера, в каждом браузере по 50 окон, еще по 2, по 3 программы. Он начинает виснуть. Мозг человека, работая в режиме мультизадачности, он зависает. Он забывает, он перенапрягается, он входит в стресс и так далее. И вы обязательно что-то забудете. Поэтому главное все-таки лучше всего уйти от режима мультизадачности. И есть книга такая, называется «Сфокусируйся или умри». Называется книга. Значит, это фокусировка, это главное вообще. То есть все специалисты в управлении временем, в достижении каких-то сверхрезультатов, все в один голос говорят – фокусировка – главное слово. Но если все-таки вы обязаны каким-то образом вести много проектов, у вас должно быть четко все записано. Ничего не держите в голове. Роман Гольдман, шалом. Ничего не держите в голове. Обязательно по каждому проекту у вас должно быть все записано. И вы переключились на проект, вы тут же, оп, открыли. Так, я сейчас занимаюсь этим проектом. Вот мой список задач, вот список дел. И вы начинаете задача за задачей делаете. Переключились, вы переключились тут же у себя. Как бы у меня в этом Todoist есть разные проекты. Вы переключились на другой проект, и вы тут же в другом проекте, вы оп-оп-оп, задача, и все. Я пользуюсь программой Todoist. Todoist есть такая программа, она синхронизирована на всех устройствах, и, значит, есть на портале 5SIR, есть моя статья, как я пользуюсь программой Todoist. Todo – это другая программа. Есть программа Todo, они работают на одном принципе, но есть программа Todoist. И есть на портале 5 сфер, найдите, пожалуйста, на портале 5 сфер, есть моя статья, как я пользуюсь Todoist-ом. Todoist. Ну, человек, который делает. Todoist. Вот так называется. Хорошо. И третий вопрос. Третий вопрос, как распознать свой талант? Дать напутствие молодым и амбициозным, у кого есть ресурсы, но не может начать. Умение продавать – все, это талант или навык? Умение продавать – это талант или навык? Так, как научиться эффективно управлять личными финансами? Из чего начать, когда ты ноль, твой доход ноль, хотя раньше было достаточно денег, и все исчезло. Ну, давайте попробую ответить на этот вопрос. Значит, вопрос такой. Как начать, если у тебя ноль денег, и ты сам ноль? Говорит девушка Елена Стоянова. Значит, что дальше? Что делать? Значит, допустим, это правда. Я не уверен, что это правда, потому что когда человек называет себя ноль, это в любом случае неправда, потому что он не ноль. Это просто идея, некая идея «я ноль», которая для самого же человека, она достаточно вредна. Значит, человек, который, допустим, у него нет денег, факт. Хотя тоже это не факт, это все тоже некая такая история, нет денег вообще, или есть какие-то деньги, но их мало, или есть зарплата и работа, которая не устраивает, или, ну и так далее. То есть тут есть много нюансов. Допустим, возьмем так, что ваше финансовое положение вас сегодня не устраивает. Отлично, я думаю, что вы не одиноки. Есть народная мудрость, это когда-то сказал царь Соломон, мудрейший из людей. Он сказал так, что если у человека есть 100, он хочет 200. Если у него есть 200, он хочет 400. И так далее. То есть у человека, если он нормальный человек, да, ему все время хочется больше. То есть пока человек жив, он хочет расширяться, и деньги – это одна из сфер, в которых никогда у людей, я имею в виду нормальных, которые живут именно по схемам, по обычным. Значит, по обычной схеме человеку всегда хочется больше. Теперь, но с чего же начать, если у тебя ноль? У тебя, допустим, ты свой уровень сегодняшний называешь ноль. Здесь есть очень важный совет, который я когда-то получил от Григория Аветова. Григорий Аветов – мой друг, умный человек, кандидат экономических наук. И когда-то он мне сказал интересную вещь такую. Он говорит, я живу по принципу двух корзин. Есть корзина, из которой ты кушаешь сейчас, и есть корзина, которую ты готовишь на завтра. И человек, у которого есть ноль денег, он первым делом он должен обеспечить свои физиологические потребности сегодняшние,
и найти работу, которая ему будет обеспечивать проживание, питание и одежду. То есть все, он начинает работать на какой-то работе, которая ему обеспечивает его минимальные нужды. И в это время он должен понять, что если он будет оставаться тем же самым человеком, который он есть сегодня, то есть если он себя сегодня оценивает на ноль, и у него денег ноль, и он на низком уровне, то у него и завтра будет ноль, и послезавтра будет ноль, и послепослезавтра будет тоже ноль. Ноль у него будет всегда. Поэтому нужно обеспечить себе минимум, прожиточный минимум, на который вы можете жить впроголодь. И как Радислав Гандапас когда-то рассказывал, как он стал тренером. И он говорит, когда я стал тренером, я себя на 2 года запер в армию. Конкретно он говорит, я на 2 года сел в квартиру, и я даже Новый год встречал один. Я развивался, я создавал продукты, я писал книги, я работал. То есть я пахал, как папа Карло, я себе так и сказал, Радислав, на 2 года ты уходишь в армию. И я себе создал тот фундамент, который позволил ему в дальнейшем стать Радислав Гандапас, тренер номер один. То есть надо подумать о том, что сегодня у меня есть мой набор навыков, мой набор знаний, мой набор энергии, мой набор связей, которые мне обеспечивают ноль или прожиточный минимум. И дальше я должен первым делом построить себя нового, который сможет, я новый, мне принесет больше денег, если вам нужны деньги. Как это сделать? И с этого мы опять начали. У человека есть знания, у человека есть hard skills, это его профессиональные навыки, за которые людям платят деньги, да, кто-то умеет продавать, кто-то не умеет продавать, кто-то умеет, укладывать плитку, кто-то не умеет укладывать плитку. То есть это все называется hard skills, это все называется конкретные навыки, которые, за которые платят деньги. Есть soft skills. Soft skills – это мягкие навыки, это поставить цель, сделать план, самодисциплина. Навык продавать, я отношу это к мягким skills, наверное, он универсальный. То есть я бы первым делом, человеку, у которого нет денег, я бы ему посоветовал скачать, у него нету денег, пускай скачает в интернете мою книжку, я даю полное разрешение, скачивайте бесплатно, продавай, продажи для всех. В этой книге я обучаю навыку продаж. Был вопрос, продажа это навык или талант? Продажа это навык, и я обучаю навыку продаж, который можно им овладеть. Вот вы берете книжку, вы изучаете, как продавать. Продажники нужны везде, вообще без исключения. И вы приходите и говорите, вы знаете, а я умею продавать. Отлично. И вы тогда уже не только свои продаете, свои навыки, да, то есть за которые вам платят минимум денег, раз вы себя оцениваете в ноль. Вы начинаете продавать тренинги Ицхака, я вам даю 20% в партнерстве. Вы начинаете продавать рекламу в газетах, журналах, за это платят 50% в партнерстве. Вы можете стать где угодно, в любом месте нужны продажники. Продажники нужны везде. Все, и вы думаете, как я построю ту корзину завтрашнего дня, из которой я буду есть завтра? Какие я приобрету навыки, какие я приобрету знания? И спокойненько вы, зарабатывая по минимуму. Я помню, когда я начинал свой путь после 30 лет, я начинал свой путь как бизнес-тренер, да? У меня не было денег вообще. Но я учился, я понимал, что я должен для того, чтобы моя семья могла хоть как-то прожить, мне нужно там $1500 в месяц. Я эти $1500 в месяц, я на себя денег не тратил, на всем экономил. Значит, семье обеспечивал $1500 в месяц. И все остальное я тратил на образование, на обучение, на то, чтобы приобрести те навыки, которые мне в дальнейшем помогли зарабатывать десятки тысяч долларов в день. Понятно, да? Вот так, дорогие друзья. Это ответ на вопрос, как и с чего начать, когда ты ноль, твой доход ноль, хотя раньше было достаточно денег, и все исчезло. Вот последнюю часть фразы я бы вообще не думал, да? Раньше было, сейчас исчезло, все, значит, мы начинаем с новой точки. И это у нас было второй вопрос. Теперь третий вопрос. Третий вопрос такой. Что важнее, принципы или ценности? Как быть, если не можешь понять принципы или ценности? Так, советы окружающих. Верите ли вы в конструктивную критику? Вот, давайте сейчас про критику. Хорошо.
Теперь давайте дальше про критику и про советы. Вот я вам даю сейчас советы. Да, вы можете спросить, Ицхак, а почему ты можешь нам давать советы? Потому что мне 47 лет, я занимаюсь профессионально обучением последние 20 лет. Вот Мария может подтвердить, Ирина Чернова и так далее. То есть я обучил 4000 специалистов в обучении. Я почетный профессор бизнес-школы «Синергия». Я зарабатываю, я не люблю рассказывать, сколько зарабатываю, но очень много. Слава Богу, 155 раз, 1 055 000 раз. И я женат, у меня трое детей, я бегаю 2 раза в год полумарафон, тренируюсь каждый день. И слава Богу, выстроил жизнь, в которой у меня 4 компании, и в то же время, слава Богу, они работают отлично. А я живу в Израиле и занимаюсь любимым делом. То есть я могу давать советы, потому что... Ну, я уверен в их эффективности. Плюс, я изучаю каждый день Тору, и я могу сказать, что как все, что я делаю или советую, я проверяю с точки зрения божественной системы добра, зла, правильности, неправильности. Поэтому я именно последние годы, я вот так вот решил, что я могу давать советы. Раньше я обучал, но я обычно всегда, когда я обучал, я говорил, что вот этот совет дает Тони Робинс, этот совет дает Стивен Кови, этот совет дает Сифу Туник, этот совет дает человек, который... Ну и так далее. То есть я все время ссылался на источник совета. Очень люблю Стивена Кови. Он такой прямо, ну, не поспоришь. Дальше. Это я сейчас отвечаю на вопрос совета окружающих. Верите в конструктивную критику или нет? Значит, советы окружающих... вот. Тем, что я сейчас рассказал о себе, я дал ключик, в какие советы надо верить. Когда человек вам советует, он вам излагает свой ход мысли. И вы можете по его результатам в жизни проверить, его ход мысли работает или не работает. Например, моя мама меня всегда, я помню, когда начал я обучать, она мне говорит, Ицхак, говорит, ты что, не можешь себе нормальную профессию найти? Я ей начал что-то рассказывать, то, что я обучаю, рассказываю людям. Она встала и говорит, лучше не позорься. И я понимаю, что мама-то меня любит. Мама хочет мне добра. Но мама же не тренер, мама пенсионер. Мама, она, когда мне советует, она советует с точки зрения человека, который пенсионер, который в жизни занимался там своим делом. И, в принципе, она не специалист в образовании. То есть ждать от мамы другого совета и воспринимать ее... критику как конструктивную я не могу. То есть она не специалист в той сфере, в которой она мне советует. Например, жена. Жена, я живу с женой 21 год. И моя жена, она очень осторожный человек такой. Она, я знаю, что на каждое вот мое какая-то идея, она сразу мне скажет нет. Скорее всего нет, а ты подумал и так далее. То есть это ее способ мысли. И именно благодаря ее способу мысли, она мать троих детей, она жена, она сидит дома, но она не специалист в том деле, в котором она мне советует. Теперь советы окружающих. Верите ли вы в конструктивную критику? Верю в конструктивную критику, если ее дают люди, которые специалисты в той сфере, в которой они дают совет, если они хотят мне помочь. Вот должно быть два параметра, при которых... можно и нужно слушать других людей. Первый параметр – человек должен быть эксперт в той сфере, в которой он советует, который своими результатами доказал, что он эксперт. Все остальные люди, они просто вам выражают свое мнение, и глядя на них, вы можете посмотреть, куда их мнение привело. И они могут быть хорошие люди, то есть большинство людей, которые нам советуют и отговаривают, да, есть люди, которые хотят развиваться, их мало, то есть их 5%, 10% максимум. 90% людей, они хотят от жизни одного, стабильности, они зависимы от государства, от погоды, то есть они зависимы, они не верят в успех, они не верят, что что-то возможно, и они своими результатами доказывают, что они правы. То есть у них ничего не получилось в жизни. Они спокойно себе прожили свою жизнь на одном месте, никуда не ехали, ничего не старались. Если старались что-то добиться, у них не получалось. И потом они вокруг начинают распространять свою философию. Да ничего не получится, да все нереально, масоны все забрали,
правительство все забрало, значит, 5G, коронавирус, то есть все, они вам все объяснят, почему у вас не получится и почему у них не получилось. Нужно ли слушать их советы? Я считаю, что не нужно. Если это близкие люди, ругаться с ними не нужно, переубеждать их не нужно. Нужно понять, что они просто живут в своей модели мира, и они с хорошими побуждениями эту модель мира пытаются наложить на вас. Если вы не такой, значит, вы можете спокойно им сказать спасибо вам огромное за вашу критику, за советы. Спасибо. Все, значит, идти к тем людей, у кого получилось. Потому что те люди, у которых получилось, они своими результатами доказали, что у них получилось. Значит, можно послушать их совет. Я буквально недавно, я вот сейчас размещу в Инстаграме размещу и в Фейсбуке цитату Тиньков, да, Тиньков, не помню, как его звали, просто я недавно увидел его цитату. Он говорит, вы знаете, говорит Тиньков, я, говорит, считаю, что предпринимательство – это талант. Я считаю, что это талант, которому нельзя научиться, говорит Тиньков. И доказательство, он говорит, что все самые великие там бизнесмены современности, они не закончили институты, да, то есть, и он перечисляет, вот Билл Гейтс, вот этот самый Цукерберг, да, он говорит, и я, говорит, я тоже, меня с третьего курса отчислили, с третьего курса института меня отчислили. И говорит, ничего страшного, я стал миллиардером. И у меня есть сын, он говорит, который, значит, сейчас учится в Америку, он поступил в какой-то институт, он говорит, и я буду счастлив, если он с третьего курса, его тоже выгонят, или он сам уйдет. Веришь, не веришь, то есть, но это Олег Тиньков. То есть, если вы бизнесмен, предприниматель и хотите добиться его результатов, можно прислушаться. Если вам говорит, например, кто-то, другой человек, да, и говорит, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Вы его спрашиваете, а ты кто? Он говорит, я вот тут вот на стоянке сторожем работаю, но у меня есть два диплома в высшем образовании. То есть можно, я считаю, что можно не верить. Можно ему не верить. Все. Понятно. Теперь, если вы хотите сами, вот тут есть очень важная вещь, что мы-то сами все равно всем советуем. И вот тут нужно научиться, как давать конструктивную критику. И я сделаю сегодня в Фейсбуке, я просто сегодня как раз писал статью для коучинга. У меня стартует 7 июля программа, которая называется «Профессиональный коуч». Я обучаю каждый год около 1000 человек, то есть программа длится 9 недель, значит, 3 потока у нас есть в году, значит, каждый поток 300 человек. Я их обучаю, как быть индивидуальными тренерами, коучами. И обратная связь входит в один из 4 главных навыков для коуча. Есть у коуча 4 главных навыка. Обратная связь – это умение давать конструктивную, но не критику, я это называю обратная связь высокого качества, входит один из 4 главных навыков для коуча. Теперь там есть нюансы, то есть если вы хотите людям давать обратную связь, и чтобы они не обижались, там есть очень много нюансов. И сегодня я напишу об этом пост, статью, размещу в Фейсбуке и в Инстаграме, так что вы можете почитать, как я советую лично вам давать другим людям обратную связь. Все, 3 вопроса прошло, и сейчас у нас будет 10-минутная, до 10 минут, обычно где-то 5 минут, встреча с человеком, которого я сейчас одного выберу из тех, кто подали заявку в Инстаграме. Те, кто смотрят в Фейсбуке, к сожалению, я не могу вас вызвать, но у меня возникла идея, что я с завтрашнего дня начну вызывать одного человека, может быть, в Инстаграме, а второго в Фейсбуке. Или вы можете совершенно спокойно перейти, вот это классная идея, Наталья Чайка вообще молодец, я буду размещать ссылочку на Инстаграм свой в Фейсбуке, и вы сможете по этой ссылочке переходить в Инстаграм, очень просто. То есть вы просто, или вы можете набрать в Инстаграме Ицхак Пентусевич, вот так очень просто и красиво, Ицхак Пентусевич в Инстаграме, в поиске Пентусевич. Подписаться на мою страничку в Инстаграме. Да, Сифу, привет, тоже благодарю. И, значит, когда вы туда зайдете, вы сможете тоже посмотреть прямой эфир и присоединиться к нему. Все, я вызываю кого-то. Сейчас мы смотрим, сколько у нас много заявок в Инстаграме. Вообще огромное количество заявок.
есть разные люди. Есть Денис, очень интересная заявка, 777-888-999. И Соломей, Федор опять хочет в эфир, Федор был уже. Наталья Федорович, Вика Швецова, девушка Вика Швецова. И, значит, ну вот давайте, раз мне Инстаграм Вику поставил на первое место, значит, сейчас мы вызываем Вику. Так, и пока Вика выходит в эфир. Вика, сейчас мы узнаем, кто же это Вика. Как у нас проходят эфиры? Эфиры проходят очень просто. Тот, кто выходит в эфир, рассказывает о себе, о своей цели. И я тогда постараюсь как-то помочь эту цель достигнуть советом. Так, ну что-то у нас не выходит, девушка. Девушка не выходит. Так, смотрим. Из Фейсбука. Кстати, Фейсбук тоже сделал совсем недавно, он сделал эту функцию выхода в прямой эфир. И вот я разрешил отправлять запросы. Так, ну что, не выходит, значит, девушка. Значит, мы сейчас кого-то другого вызовем. Есть специальная возможность подавать заявку, и тогда я увижу заявку. Так. Антон, маркетолог с вечеринки. Вика не вышла. Пистельман, это Артур Камаев. Натали Федоринич. Значит, Сычев Сергей. Федор опять. Аим Патипалова. Ирина Патипалова, PR Event. Тарас Салям тоже есть. Тарас не вызываю, потому что фотография вроде без одежды, я как-то опасаюсь. То есть я смотрю, когда кого вызываю, то я смотрю, ну, как хочется очень, чтобы это было что-то такое более, ну, полезное всем. Я когда вижу человека в Инстаграме на аватаре без одежды, я чуть-чуть опасаюсь, честно. Скажу, может, мне кажется, нет, ну, вроде на пляже нормально, но я бы не советовал. Если вы хотите производить впечатление на людей, а социальные сети для нас, для всех сегодня это как витрина, да, то есть люди воспринимают нас уже не по одежде, а по аккаунту в соцсетях. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас воспринимали серьезно, то мне кажется, что как человек большую часть времени не ходит без одежды, также и на свой аватар не надо ставить себя без одежды или там каких-то пум там, и так далее. Все, это я вот объяснил, какие у меня критерии. Вот, например, Даниэль Файденбаум. Масштабирую стоматологию. Вот давайте Даниэля мы вызовем, который масштабирует стоматологию. Да? Сейчас мы узнаем, можно ли приложить руку к масштабированию стоматологии. Да, Тарас, все. И в следующий раз, с Божьей помощью, если будешь завтра, я постараюсь тогда вызову. Так. Как попасть в эфир? Просто вы оставляете заявку. Я нажимаю на эту заявочку. Вот я нажимал на заявку. Сейчас. Вот я нажимал на Даниэль, добавить. Так. Даниэль пишет, не может присоединиться. Так, не может. Заявку подать может, а присоединиться не может. Нурсултан Алтаев, Ивано Токарев, Топспин. Антон Разин, маркетолог с вечеринки. Вика не получилось прийти. АСМ 713. Сейчас, секундочку. Айм Патипалова. Тараса. О, Тарас уже поменял. Салям, молодец. Все. Значит, мы Тараса вызываем тогда. Все, Тарас. Салям, молодец. Вот это вот подход к жизни. Вообще, уважаю. Неужели? Здравствуйте, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Тарас. Да. Привет. Ой, Тарас. Основа успеха. Расскажи, пожалуйста, про себя. Где ты, чем занимаешься, какая цель? Мне 25 лет, живу в Киеве, всю жизнь здесь пожил, в области. Ой, немножко волнуюсь, не ожидал. Я строю бизнес, развиваюсь, и, естественно, мои цели – это улучшать качество жизни людей, качество вот нашей вселенной. То есть у меня именно такие побуждения, чтобы вносить пользу обществу. Сейчас... конкретно, какой бизнес, в какой сфере?
Сейчас уже как второй год пошел, мы занимаемся в сфере обслуживания. Мы предоставляем сервис в кальянном искусстве. Да. То есть нас заказывают на кейтеринге, мы ставим в рестораны кальяны и так далее. Сейчас я пришел к тому, что это не совсем правильное дело. Это как бы харам, говорят мне. Вот. И сейчас я уже понял, принял, буду менять свою сферу. А это ты мое мусульманин? Любимое. Ты мусульманин? Нет, я, ну, как меня обучали, я христианин, но я все верю, не знаю, можно так говорить. Я верю в Всевышнего, Вселенную, вот да. Бог един, так далее. Стараюсь всегда... Вот да. Я читаю книгу, которую посоветовали, очень крутая, «Сила настоящего». Да. Сейчас учусь, стараюсь чувствовать вот... вот. Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот ты занимаешься кальянами, да, и что ты решила ими не заниматься, и кто-то тебе посоветовал? Ну, это тоже вопрос, потому что кальянные везде есть, они есть в Израиле, они есть в мусульманских странах, то есть я не знаю, по каким это запрещено законом, но вроде как это не запрещено, это не хуже, чем сигареты, это не самый супер такой здоровый бизнес, но это не запрещено, насколько я знаю. Божьи законы, скажем так. Да, ну, хорошо. И вот ты занимаешься кальянами. А сейчас что ты думаешь? Чем ты дальше думаешь заниматься? Сейчас я уже слежу как несколько лет за ребятами. Traffic Formula, возможно, слышали. Это ребята в России, они занимаются лидогенерацией. Да. Вот. Я хочу приносить пользу бизнесу, оцифровывать его, приносить им клиентов давать и получать за это небольшой процентик. Собрать команду, веб-дизайн, да. Там, SMM-щик и так далее, и направлять их, скажем так, и вместе зарабатывать деньги. Класс. Это не основа. Ну, вот. Смотри, есть идея классная. Я тебе советую, я всем советую, кто стартует новую корзину. Это помнишь, мы сегодня говорили, что есть корзина, из которой ты кушаешь сейчас, есть корзина, из которой ты хочешь кушать завтра. То есть ты кушаешь сейчас, продаешь кальяны. Теперь очень важно с каждым клиентом, который у тебя заказывает, сложить хорошие отношения. Нужны хорошие отношения. То есть заказали, ты с ними поработал, какой-то подарок. То есть это твои будущие потенциальные клиенты везде. Если они запомнят Тараса, который им сделал классный сервис, у тебя есть на будущее уже к кому обратиться с новым предложением. Второе, когда ты себе создаешь новую вот эта корзина, очень классная, правильное направление, без этого сейчас никуда вообще, без онлайна, то первое, на чем это надо тренировать, на себе же. То есть ты для того, чтобы кому-то делать сервис, ты должен показать результаты. Поэтому пока, если ты кальяны, надо свои кальяны распродать, там, ну, то есть, или просто их пока продавать. Я, кстати, хотя я за здоровый образ жизни, но я тебе могу так сказать, что я не знаю запрета на то, чтобы заниматься кальянами. Люди курили, курят, государство разрешает. Это ну, не такое вредное, как там сигареты, водка, наркотики. Поэтому сразу бросать и оставаться без денег я не советую. То есть ты изучаешь новый вот этот бизнес, лидогенерация. В Киеве есть очень классный Левченко, его зовут, Андрей Левченко. Очень крутой в лидогенерации, и он обучает. И Зуши Плетнев, он обучает, как создавать в Фейсбуке, как продвигать. Угу. С Зушей Плетневым я могу договориться, если ты захочешь к нему пойти на обучение, по гугле 50% скидку, я договорюсь. Он суперспециалист в том, как обучать продвигать бизнесы и экспертов в Фейсбуке. Вот он взял себе специализацию только в Фейсбуке. Угу. И угу. Он обучает именно этому. Угу. Теперь те специалисты у меня есть, я все время пользуюсь услугами специалистов и команд в лидогенерации. Ну, не я лично, а мои директора, сотрудники, мы заказываем. Но я тебе так скажу, что крупный бизнес, они... Я вот сейчас думаю, как в любом бизнесе, чем бы ты ни занимался, имеет смысл войти в тройку лучших. То есть вот конечно. Если ты не в тройке лучших, то жизнь твоя, борьба постоянная за выживание. Я тебе скажу пример, с кого тебе нужно брать пример вообще. Вот просто на него подпишись и все про него прочитай. Это самый в Украине человек, который занимался лидогенерацией. Он был просто, у него называлась компания LeadGen Studio.
Зовут его Михаил Федоров. Сейчас Михаил Федоров вице-премьер правительства Украины. Михаил Федоров. Вот это ДИА-приложение. И так далее. 25 лет он как раз в том возрасте. Он в Запорожье создал свою компанию по лидогенерации. Я был его клиентом. Потом он провел рекламную кампанию Зеленскому, которая в мире стала там вообще эталона. И он сейчас вице-премьер правительства Украины. Гениальный парень Михаил Федоров. Ему 29 лет, 30 лет было недавно. Он, вот именно он может стать для тебя как моделью того, как нужно, занимаясь этим делом, стать вице-премьером правительства Украины. Ну, он очень крутой. Спасибо. Найди про него материалы, с ним даже можно встретиться. У него есть классная команда волонтеров. Ты можешь спокойно стать у него волонтером. У него он министр диджитализации Украины. Он сейчас, и вот ты можешь, просто очень важно, если ты хочешь стать лучшим, нужно найти какой-то способ пообщаться с лучшими. Вот конечно. Он лучше. Вот возьми его себе, Михаил Федоров, запомнил? Михаил Федоров. Да, я запишу, я сейчас найду его. Да. Вице-премьер правительства Украины из Запорожья, семьянин, ну, идеально. Вот у него есть Инстаграм классный, и я бы на твоем месте шел бы по его пути. То есть шел бы и постарался бы к нему приблизиться, и сейчас можно к нему записаться волонтером. Вот это ДИА, знаешь, есть вот дело, приложение. Украина, да, есть. Украина, страна, все. Хорошо, стараюсь. Понял. Удачи. Можно еще один совет, да. Вот буквально. У меня такая ситуация сейчас. У меня кредит 70 тысяч гривен, чуть больше 2 тысяч долларов. Вот, я вам уже говорил о лидогенерации. Это франшиза, за которой 2 года слежу, вижу, как она растет. Она стоит на данный момент 4,5 тысячи долларов. И вот я не могу принять решение правильно. Ну, пока у меня решение это закрыть. Не покупай, не покупай. Я тебе сразу говорю, не покупай. Значит, учись, начни продвигать свои кальяны. То есть, все тут от тебя зависит. Никто тебе за... Ну, то есть, я тебе не советую ее покупать конкретно. То есть, овладеть профессией ты можешь за, там, я не знаю, 300, 400, 500 долларов. То есть, не больше стоят эти курсы. Ну, до 500 долларов они стоят. Все, ты овладел профессией, если оно твое, у тебя пойдет, ты на кальянах заработаешь, потом как масштабироваться, ты уже поймешь, ты уже сразу просто прыгать туда я не советую. У меня на автоматизме сейчас кальяны, я их ставлю в заведение, ребята работают, я контролирую, у меня есть время, чтобы этим заниматься. Эта франшиза предлагает много интересного. Приложения, уже проверенные методики, которые работают, плюс поддержка. Очень много там бонусов именно для таких людей, которые не разбираются. Я хочу команду. Давай так, напиши, пожалуйста, свой телефон мне в личку. Я тебя сведу со своим директором, который у нас отвечает за всю дигитализацию, потому что он в теме. Ему тоже 25 лет, и он просто в этой теме с 20 лет прям бог. И ты с ним посоветуешься, он тебе даст квалифицированный совет без всякой заинтересованности, просто даст совет. Все, супер, спасибо большое. Я тебя с ним свяжу. Спасибо большое. Очень много подавал вам заявок, и наконец, и вам всего доброго. Спасибо. Все, пока. Пока. Спасибо. Так. Хорошо, дорогие друзья, все, значит, мы закончили сегодняшнее шоу «Ицхака», осталась минута. Пожалуйста, если вам понравилось шоу, поставьте хэштег «Шоу Ицхака» и сделайте пост, что вам понравилось. 3 главных идеи, которые вы для себя взяли, и посоветуйте друзьям, чтобы они тоже приходили. Все, жду вас завтра в 18:00. Осталась минута, я должен сохранить эфир, и поэтому мы отключаемся. Все, всем пока, удачи, успехов.